Всем привет! Мы начинаем новый влог. Сегодня у нас 31 июля. Суббота. И я сегодня пойду на встречу с одноклассниками. К Андрею Кузякину на дачу. Это один из наших одноклассников. Я когда утром встаю, у меня вот все время такой голос. Простите, пожалуйста. Ну, а перед тем, как идти на встречу с одноклассниками, нам надо закончить вчерашние дела. Там у меня не все котлеты влезли в морозильную камеру. Вот. И не все грибы я даже обжарила. Так что мы сейчас с вами всем этим займемся. И еще я хочу спечь шарлотку. Так что на встречу с одноклассниками мне к 4. Так что я вполне все успею. Ну что, приступим? Хотела вам показать, что у меня вчера получилось. Вот одну порцию грибов я успела вчера обжарить. И вот так вот остыло все, я сложила в зип-пакет. Ну и подписала грибы шампиньоны обжаренные. И одна порция котлет уже заморозилась в поддоне. Каждая котлетка отдельно. Вторая еще нет. Здесь у меня тоже подписаны котлеты куриные в беконе, жареные. И теперь я все это отправляю в морозильную камеру. Вот так, мало места все занимает. И сейчас обжарю вторую порцию грибов, которые вчера не успела. Так что очень удобно вот такие заготовочки. Места мало занимают. И на черный день очень пригодятся. Сейчас я уже приступила к приготовлению шарлотки. Режу, начищаю яблоки. Сначала вот на такие кубики. Это то, что пойдет вовнутрь в тесто для начинки. И вот одно яблоко я сейчас очищу и порежу долечками. Это то, что мне нужно будет для верха пирога. То, что надо будет покрывать глазурью. Сейчас я взяла уже емкость для замешивания теста. Разбиваю в него 4 яйца. У меня, кстати, все яйца, все 4 были двухжелтковые. И добавлю сейчас сюда стакан сахара и буду это взбивать все очень хорошо миксером. Надо очень хорошо взбить. Чем лучше вы взобьете яйца, тем лучше подойдет. Поднимется ваше тесто, пирог. Сейчас я в тесто буду добавлять пол чайной ложечки корицы. Мне очень нравится вкус яблоки с корицей. Ну а кто не любит, тот может не добавлять. И также я добавляю пакетик разрыхлителя теста. Теперь я высыпаю в тесто стакан муки. Хорошо перемешаю и буду уже высыпать яблоки. Чашу мультиварки я очень хорошо смазываю сливочным маслом. Затем буду выкладывать
яблоки, которые я порезала дольками, на дно мультиварки. В один ряд надо выложить, в один слой. Теперь я присыпаю это, ну там 2-2,5 чайные ложечки сахара, чтобы при приготовлении эти яблочки, они закарамелились. Ну и выкладываю основное тесто. И затем я уже включу функцию выпечка. У меня это 1 час и будет выпекаться. Ну, мы продолжаем наш влог. Шарлотка моя не успела допечься. Мультиварка их показывает еще. Еще 16 минут, но мне уже вообще надо выходить. Ладно. И к тому же одноклассники просили еще кориандр, молотый заехать купить, и кочан капусты. Я беру с собой кальян. Вот. В общем, поедемте, вы все увидите, как я проведу этот день. Поехали. В магазин заезжали. Одноклассники просили привезти кочан капусты и кориандр молотый. Вот мы взяли кочан молодой капусты и кориандр молотый. Вот. Это в магазине «Лимон». Тут, кстати, все специи на развес продаются. Цена гораздо выгоднее, чем за какие-то пакетики. Вот. Ладно, выпивку я себе еще так и не купила. Я даже еще не придумала, что купить. Не знаю, что выпивать. Ой, ладно, сейчас пока будем ехать на дачу. Подумаю. В общем, решила взять себе Эсса в банках, безалкогольная, лайм с мятой. 4 штучки взяла. А вот, больше ничего не придумала. Так что, все, поедемте теперь до дачи без остановки. Мы уже приехали. И нас уже встречают. Заезжать будете? Давай. Говорят, здесь много не наливают. Поеду я, где много наливают. О, какой виноград, смотрите. О, красота. Бассейн. Влад, наверное, уже плавал, да? Бассейн из берегов вышел. И там внутри кориандр. Помидорчики висят. Тут все шкварчит. О, красота. Все шкварчит. Ты нашел там папину дочку? Да. Да ты что, даже похожа на папу? Бля, какой заяц тут такой прикольный. Ну, а ты познакомился с папиной дочкой? Да, Полина. Полина? А имя-то какое красивое. Помидоры тут у него висят. Все шкварчит. Красота. Красота. Ой, привет. Как тебя зовут? Полина. Точно, папина дочка. Ага. Андрюх, можно ее снимать? Ну, если выкладывать, то нежелательно. Тогда не... Мы тут уже салатик нарезали. Уже тут шампанское открыто. Я вот такое пиво себе взяла. Да ты что? А картошка с этими яйцами? Яйца без картошки. Яйца без картошки? Здесь картофель с мясом. Уже готов, уже с мангала сняли. А, вот это?
готовы? Нет еще? Ну, готовы. Да, уже готовы? Прикольно. А там разжигают. Это какое-то шашлык. Эксклюзивное блюдо. Вообще первый раз готовится. Дети в бассейне купаются. Андрюха умеет дрова рубить. Красота, страшная сила. Это ты бродку разбила? Смотрите, какая тут игрушка. В нее залили какой-то раствор. И смотрите, как она круто делает. Это вот дочка моего одноклассника заправила эту игрушку, такая классная, музыкальная. Мы тут качаемся на качелях и смотрим на нее. Это какой-то краб, да? Да. Ну, а пистолет его покажешь? Или его тоже заливать надо? Залить? А смотрите еще какой пистолет. Ой, какие пузыри классные. А, такие классные, они прям цветные и на солнце так переливаются. Мы тут с тобой прям все в пузырях. Круто, да? Вот Полина обезьянка. Мы с ней качаемся на качелях. А сейчас пойдем забивать кальян. Все просят кальян. Будешь мне помогать кальян забивать? Mm-mm. Нет. Буду помогать купаться. Не, я не купаюсь. Там бассейн. Я захожу в бассейн, а он сразу выходит. У нас тут поспевают грибочки. И уже готов кальян. Тебя снять? Нет. Аида просила в полный рост ее снять. Пожалуйста. Вместе с ботинками. Нет, но мы этого делать не будем. Потому что это услуга платная. Пока я тут языком трендю. Ну, смотрите, какой стейк уже пожарили. Кто там следующий будет? Кто там? Вообще. Андрюш, будешь кальян? Мальчики, на тебе покурите, мы уже что-то вообще... Обалденный вот такой вот у нас стейк. Дали мне нож, буду сейчас резать. Все собрались в бассейн. Все в бассейн. Пойдем, ты со мной будешь. Идет, говорит, вот это купаться. Да, на сережку. Да-да-да, я видела. Подожди, стой. Разуваемся. Вот Полина, молодец. Так, что контент, смотри. Тань, потом скинь это видео, вот эти, которые с детьми. Ладно. Так, круг, давай сюда. Это боль. Тебе надо было веревочку. Тебе надо было веревочку. Не сейчас, а сразу. Сейчас, блинка. Нет, круги, круги, отдай круг, Поли. Дай поплыву. Так, круг. Да. Да. Блин. Мне нельзя. Я с камерой, Сереж. Мне пофиг. Нет, нельзя. Телефон 70 тысяч стоит. А мне пофиг. Нет, 70. Марина, иди сюда. У тебя что, айфон? Нет, этот Samsung у меня. 10. Серьезно, тебе говорю. 10, а сейчас 21 вышел, больше 100 тысяч. Так, мы в круге, либо вообще выходим. Блин, да ты прям вот так вот делаешь. Да вот, она пусть делает, а вот тебе не надо. Полин, вот так делай. Да, да, Полин. Мне пофиг, что там сидишь, рассказываете. Полин, сильней, двумя руками, Полина. Полин, в другую сторону, разверни. Полин, отойди. Ой, блин, ну это ж я. Мне нельзя сюда вообще. Не вот так бассейн и выходит из берегов. Алина, нельзя так делать. Ну вот я искупался. Коля, не брызгать нельзя. Почему? А почему это нельзя? Почему это нельзя? Потому что я... Можно все. Ты воды боишься, Андрюх? Почему нельзя брызгаться? Коля, Маша, брызгай. Все, я надо. Понял, не надо, все. Я понял. Все, я понял, и она говорит, я понял. Все.
Давайте. Все, давай. Все. Марусь. Давай. Не, ну зачем ребенка пугать? Да не, все, ребенок все нормально. Давай. Полин, ты не утонула, Полин? Одна попа торчит. Она попой дышит. Мы смотрим. Серега, давай, заныри. Мы смотрим. Ну, у тебя ребенок испугается. Маша, а мне можно купаться? Нельзя. Можно. Маше нельзя запрещать. Можно. Бассейн общий. Не буду, ладно. Ты прям, заходи. Давай, заходи. Она боится, что она из берегов Маша, выйдет. Чуть-чуть. Можно? Можно. А почему? Можно. Чуть-чуть, можно? Давай. Тогда ты выходи. Нет. Я ножки намочу и вылезу. Можно? Все хотят купаться. Можно? Уговорил, все. Можно? Ножки намочить можно? В бассейне? Можно? Да все, уговорил уже, да. Спасибо. Уговорил уже, да? Уговорил. Уговорил. Спасибо. Маш, дай поцелую. Такая забавная. Полин, ты жива? Одна попа торчит, ножки, Полин. Ножки мочу, все. Ни хрена у тебя ножки. Ну как бы. Уже бассейн кончился, а ты все ножки мочишь. Ну не бойся. Все, Влад, я к тебе не подхожу. Меня нету, что это? Со дна. Видишь, она со дна море достала тебе камушек. Я боюсь тебя. Эй, какая нож грязь? Я тебе червяка найду. Сереж, мне кажется, ой, ты не только ноги намочил. Мне кажется, ты не только ноги намочил. У меня ноги от ушей. Так уши сухие. Я еще не намочил. Так уши сухие. Я еще уши не намочил. Так что у меня еще ноги сухие. Он как бегемот, вот так. А ты что к ним не идешь? Маша, я тут. Блин, у вас лягушки такие классные вообще. Вы покупали, да? Подарил. А, подарил? Удачу мы купили, он мне сказал, это Масяня, а это Кузя. Блин, прикольные вообще. Я люблю такие вот стетки, мне нравятся. Многие прям по всему огороду ставят. Гномиков, ежиков. Ну, если бы жили бы здесь, то, может, посмотрим. Ну, вас же здесь не лазит, ничего? Вроде не было замечено. Ну и слава богу. Нет, мальчика. Вы две сестрички, у него братья. Зятья, да? Андрюх, зятья. Время покажет. Не надо, на круг, где? Какой? Ну, Эльза этот. Ну, я нашла, Эльза, надуть? Давай. А зачем? Давай. Андрюха тонет. Сереж, не позорься. Да? Да. А, ты снимаешь. У тебя не получается. Не, все, не играю, не трогай. Ногу и ничего, все, я только ноги мочу. У нас Полина в этом году научилась плавать. Молодец. Мочу ноги, все, можно ноги мочить. Все, мочу только ноги, не трогаю, все, не трогаю ничего. На море научилась, здесь закрепила. На пруду у бабушки, да? Да, я там далеко плавала. Полина, а ты на пятерке в школе-то будешь учиться? На пятерке будешь в школе учиться? А ты учишься уже, да? Ты закончила первый класс? Мочу. Третий класс. Третий? И у тебя пришла в класс. Это мой. Папа так просил. Надуть можно, нет? А? Надуть можно или сразу нет. Отдать? Папа просил, а то он тонет. Давай. Это мой. Ты у тебя желтый. Это мой. Не замерзла она, Кость? Нет. Да у тебя размер ноги больше, чем у меня. Да где вторая-то нога? У тебя две ноги или одна? Одна, да? В общем, встреча с одноклассниками нас удалась. Веселуха. А у тебя стёки у них. Прикольно, удобно. Да? Ой, по лестнице. Лестница. Это удобно. Ударилась об лестницу. Еще. Так, Полин, от лестницы. Можно я буду? Еще. Что? Да ты уже проиграл. Ты же с одной ногой. Дураков нет, давай, Лехка. Нет, ты оставь, она покажет. Чего это? Ну, пускай сама наберет. Любой. Так, клиент всегда прав. Я хочу настоящего волшебства, давай. Хочу все проверить. Это все обман. Ну, опусти. Это все обман. Я понял. Ну, а ты попробуй. Я все понял. Понятно, какое Маша влияние на него оказывает? Сереж, попробуй тоже набрать. Так, ну, показывай нам, Полин. Я даже снимаю. Давай. Не буду трогать. Не, давай.
Прям только ныряй прямо в него. Давай, ныряй. Молодец, Полин, молодец. Все, без обмана. Без обмана. У меня пролезает все хорошо со свистом. Это вообще не может быть. Я головой дном вот так. Вот он. Это для Влада. Это маловат. Маловат будет, да. Это вот для Влада целиком. Смотрите, у Полины какие красивые серьги. Бабочки голубенькие с камушком. А это что за камушки, Полин? Может, опазики? Не знаешь? Красота. Аида нашла себе партнера, и они играют в бадминтон. Кто побеждает? Малышам дорога. Маша, ты побеждаешь, да? Молодец, молодец. Да, старость она такая-то. Что? Только не снимай. Ну почему? Ну я шла, ты видно была там. Ты там чуть-чуть видна была, рубаха. Ну я вот людей в основном вскользь снимаю, я не люблю. Ну да, давай еще, играй, давай, кидай. Покажи тут, Таня, как. Детей вот интересно снимать, а взрослых? Тебе покажи, да, конечно. Высоко. Молодец. Нифига себе. Вот это ты кинула. Упала, ничего страшного. Вот это ты кинула. Я прям глазом не успела моргнуть. Лови, тетя. Оп, вот, молодец. Ничего себе. Ну да, меня так-то не учили. Лягушки мне показывают. Мне лягушки так нравятся. Да. А там лягушка с сигаретой. Вот этот урод. Рот? Тетя зовет. Да, да, я видела. Но их почему-то мало, да? Да, мало. Неурожайный год, наверное. Обычно усеяно всегда бывает. Прям мало. Тут, наверное, даже ведро не наберешь. Угу. Наверное, может, в прошлом году много было. Да. Я даже не представляю, вот как вот мы здесь помидоры рвали. Я как вспомню, блин. Угу. Без хозяйки, без всего, да? Сами рвали. Это черные помидоры, блин, классные были. А ягодок, наверное, нет уже, Маш. У меня мечта — дом свой. Мы хотим очень денег в аренду взять дачу, в аренду. Пока купить нет возможности, хотим в аренду. Сейчас на перестали... Лето. Да. Да мы даже вот просто бы ее арендовали, каждый месяц выплатили. Угу. Вот. И зимой, и летом платили бы. Но сейчас нет. Сейчас не сдают, это... Да? Сейчас сдают, но очень трудно найти. Много желающих снять. У меня тоже девчонка одна на этом... А Сережка говорит, что под ним дубовый пол прогибается. Подо мной пол не прогибается. Андрей, давай, сколько в тебе веса? 82 плюс 93. Сколько? Ты без компьютера считаешь. 160. 160. Прогибается пол? Нет, ты сюда снимай. Завтра вы... А теперь мы снимаем. Смотри, посередине. Я тебе говорю, подо мной пол прогибается. Таня, остановись сюда. Вам нет весу побольше, иди, чем иди, вас. Иди. Не придумывай. Наташа, видишь? Мальчики хулиганят. Так, давай, Таня. Вот, видишь, прогнулся. Вот. Подожди, Наташа, подожди, я. Под левой пяткой прогнулся, смотри. Навись. Какая рядом у тебя пятка левая, показывай. Давай с уровнем становись. Стань с уровнем сюда. Вот по этой доске иди. Вот сюда. Вот по этой идти? Да, вот сюда, да, иди. А прям по этой? Да, она пила много, она не сможет пройти по этой доске. Иди хоть как-нибудь. Как-нибудь иди, смотри. Вперёд не шалахается даже, понимаешь? Вот вообще. Давай мы с тобой вдвоем встанем. По этой доске? Да иди, ну, дрищ, иди отсюда. Нет, уже во мне было много веса. Мы посмотрели, понимаешь? Тут прибор, 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 прибор,
А что, вы, смотри, я допускаю, что в тебе много веса, да. Но сделан качественный пол. Поэтому он не прогибается. Да, пол, да. Все. Пол прям. Можешь идти, куда ты можешь собралась. Можешь писать, все, иди. Ну что, я уже дома. Время 15 минут третьего ночи. Я только приехала со встречи с одноклассниками. Очень устала. Невозможно. А вот. Хочу с вами со всеми попрощаться. Сказать вам всем спасибо за то, что меня смотрите. За то, что ставите лайки, пишите комментарии. Большое вам спасибо. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем спасибо и пока-пока!